А я хочу профессии посмотреть, какие у меня есть. Заодно вы можете сравнить, что у Редина было и что было на 3DS. Я проходить не буду. Я хочу посмотреть, что у меня там было. О, 102 часа! Ей! Господи, как он отвратительно выглядит на компе. Блин, у меня команда... У меня профессия вся... все герои. Не знаю почему. Блин, я уже забыл, где тут казино. Так, извините. Но это я еще быстро прошел. Я здесь не пройден бонусный данж, и мне для него надо фармить деньги в казино. Но я не помню, где оно. Нет, ну куда ты спустился? Стоп, казино уже где-то тут. Все, я вспомнил, кажется. Блин, по-моему, она немного подлагивает. Подключение. Короче, Ленин прошел самую обычную арену за 14.08. Так, здесь есть где-то игровой... А почему она так подтормаживает? У меня такого не было. Ладно, давайте в покер. Так, а как максимальная ставка? А, ну ладно. Черт, я забыл, как в этот покер играть, господи. Ну, вроде как-то так, да? Ну да, и у меня тройка. Кстати, самое забавное, что здесь казино, оно как бы очень сильно лагает. Подозрительно сильно. Да, феномен, он отсюда. You can play... Да, удвоение. Я просто решил профы зачекать. Так что не думайте, что я буду долго здесь сидеть. Конечно, удвоение. Еще. Так, девятка. Ну, как бы феномен, тебе раздают карты. Если у тебя есть выигрышная комбинация, ты можешь сыграть на удвоение. И потом тебе надо говорить выше или ниже, либо уйти с деньгами. Ну, феномен не знаком с Dragon Quest, если что, так что нормально. Так, давайте это. Ниже или выше? Блин, а я, по-моему, на броню нафармил, кстати. Оу. Выше? Феномен, ты неудачник.
Ты все деньги слил. Весь выигрыш наш. Как ты мог? Так, давайте короля оставим. Эх. Все, феномену верить нельзя. Он только обманывать и умеет. Ну смотри, блин, у тебя 5 карт, да? Здесь можно выбить тройку, каре, фулл хаус, стрит и прочее. Стандартные комбинации, да? Вот. Ты выбираешь те карты, которые хочешь оставить, остальные выкидываешь. Вот, сейчас у меня есть джокер, 2 туза, джокер, любая карта. Значит, у меня выигрышная комбинация, 3 туза. Мне с них дают 10 очков. Дальше. Мне говорят, вы выиграли 10 очков. Хотите ли вы сыграть на удвоение? Мы говорим, да. Теперь тут отображается карта 7. И надо сказать, карта, которая закрыта, она выше семерки или ниже семерки? Если ты угадываешь, то твой приз удваивается. И так ты играешь до посинения. Ну что, давайте, кто следующий? Феномену верить нельзя. Выше или ниже? По-моему, есть 1, 2, 3, 4. Нет, феномен. Здесь рандом не правит. Ты должен видеть карты насквозь. Блин, фига себе, Нейт угадал. Как так? Я бы выше поставил, но не слил бы. Давай, Нейт. Выше или ниже? Ну, очевидно, что выше, правильно? Выше. Окей. Давай, выше или ниже? Тут как раз все тормозит. Феномен, ты хочешь отыграться? Ну, давай. Только вот сейчас мы эту отыграем, партию с Нейтом. Проиграет он слайма или нет? Пусть феномен. Ну давай феномен. Карта, которая перевернута, она... ну, стоимостью своей, номиналом, выше или ниже королевы? Не уходит. Ну извини. Давай, джимбокс. Погоди, Нейт. Хочет джимбокс. А, ну ладно. Феномен сказал выше. Нейт сказал ниже. И джимбокс говорит ниже. Ладно, давайте мнением большинства, господи. Феномен-то обманщик. Но это очевидно выше, кстати. Тут даже спрашивать нечего. У меня здесь выходил куш в 40 тысяч. Я забирал. Ну, давайте, выше короля или ниже? Учтите, что здесь есть туз и джокер. Ниже. Ну, давай ниже. Смотрите, сейчас бац, и там туз, либо джокер. Да как? А если равно, то феномен тебе дадут еще одну попытку. Так, ну это очевидно выше. Окей. Может ли джимбокс вывести 40 тысяч из этого казино? А что, все что ли? Не вывез, мало вывез. Вот я-то 40 тысяч своих выигрывал. А, не, можно еще на удвоение, тут просто игра немного залагала. Давай, выше семерки или ниже? Выше. Ты, ну, мы тебе не доверяем. Не.
Ладно, феномен победил. Феномен пока счет 1-2. Проигрывает. А, так, можно... Пять десять. Дайте две пятерки. Попробуем каре выбить. Это... О! Тройка и двойка. На кону 50 очков. Итак. Кто там хочет отыграться? Кто первый напишет, того и тапки. Да, точно, Full House. Там даже написано комбинация. Ниже. Смотри, сейчас бац, феномен и проиграл. Сейчас мы узнаем, в каких случаях и скольких феномену можно верить. Феномен. Я надеялся до последнего. Джамай, ты хочешь попробовать? В картёшке. О, троечка. Не хочешь? Ну ладно. Давайте я сейчас... Я проиграл, господи. Ой. Нет, феномен ниже. Ладно, давайте ради забавы... Блин, я вам... Ну ладно, игровые автоматы, плевать на них я хотел. Так, Fire Emblem... Fire Emblem, SMT, о! Давайте я вам еще другое казино покажу. И на этом как бы распрощаемся. Единственное, я могу пойти это готовить, а потом можно посмотреть будет голых мужиков. Остробой, видимо, не сегодня. Потому что я там долго сидеть точно буду. Часа три. А я с голоду помру. А если равно, то еще раз просят, ну, выше или ниже сказать. Стоп, я выбрал скопировать все фотографии, что ли? Пожалуйста, закройте. А что я сделал? Меня просят закрыть. А, за экстра данги утекан гейма, пожалуйста. Он вызвал это экстрадата. А, экстрадата как. Да, не было найдено. Давай. Пойдешь ужас смотреть? Я могу максимум что аниме подключить. И все. Единственное, надо мне еду будет приготовить. Так, а этот Dragon Quest я прошел за 60. 6 часов. Так. Блин, здесь явно не казино. А где оно? Дорама? Не. Надо мужиков досмотреть сначала. Тут есть самый клёвый автомат. Грубо говоря, в казино.
По крайней мере, мне он больше всех нравится. Это... Ламинги, ты не помнишь город, где казино? Самое лучшее название. Пикхам это самое первое. Бакарат. 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 Что такое бакарат? Не помнишь? Блин. О, я угадал. Короче, в 3DS-версии, если кто не знал, сюда добавили режим фотосъемки. И можно фотографировать себя вместе с монстрами и прочие-прочие фиговины. Типа как селфи делать. И здесь есть еще дополнительный сайд-квест на фотоохоту определенных вещей, там, не знаю. Найти статую золотого слайма, сфотографировать особняк какой-то. Довольно забавное. Так, а вот оно и казино. И здесь есть... Так, по-моему, красное надо. А, нет, это чертовы автоматы. Грязные автоматы. О. Самое лучшее, что здесь есть, это бинго. Надо просто сделать ставку. И ждать. И если есть вероятность выигрыша, или когда выигрыш, надо орать бинго. Почему слайм не золотой? А должен? Короче, если обратите на экран над чатом, то там надо линию собрать, чтобы она была выигрышной. Так если сейчас возьмет 18 желтое, то у меня будет линия, я выиграю. Е, бинго, бинго, 50 тысяч, е. Не зря сходил. Блин, а 50 тысяч это много. Надо сохраниться. Крутяк. Как мне повезло. Так, и здесь... Боже, здесь есть еще рулетка, да? А покер здесь... Или это покер? Или это рулетка? Так, это рулетка. Господа, где у вас покер? Блин, или его здесь нету? Черт, я не помню. Блин, есть рулетка. Ой... А я в нее и не играл. Давайте поставим все на ноль. Все на ноль. У кого-то есть еще желание сделать ставки? Хотя что-то до нуля я буду очень долго ставить. Ладно, поехали. Блин, сейчас явно не ноль выпадет. Выиграл 50 тысяч и проиграл. Можно ставить на чет, нечет. Красные, синие. А что эти стрелы? А, это на сектор. Стоп, у кого там самое большое умножение? 14. А, 28 только на одну клетку, я понял. Так, давайте 13 синие. Ставить на красное, потом удваивать и ставить на черное, потом удваивать на красное.
Не, феномен, я сомневаюсь, что это так работает. И золотой слайм. Блин, он такой милый. И крутим. Блин, я выиграл. Как так? А почему я выиграл? А, потому что ряд был. Тот самый. Работает? Ну окей. Так, а слот машина, по-моему, самая красная, дорогая. Однорукий бандит. Вот он. Разоритель монеток. Если хотите, то лучше играйте в бинго. Ах ты козлина. Солнце мне не дало. Давай звезду. И... Эх, 500 токенов. Мало. Феномен, а как ты однорукого бандита обыграешь? Расскажешь? И луна, луна... Ладно, сейчас повезет, я верю. И... Нет. Козёл. Чё он так троллит жестко? А я думал, ты феномену расскажешь что-нибудь про то, что надо автомат нагреть и так далее. Типа, чем чаще ты на нем играешь, тем более шестеренки быстрее крутятся, поскольку они разогреются и так далее. Но тем больше будет вести. Давай, давай, семерка. Жирный ублюдок. Чёртовы автоматы. Давай, еще раз. Бинго было лучше. Бинго веселее. А это, черт пойми, что. 500 токенов. Я их только что просадил. В рулетке. В покере тоже теория вероятности. Самую малость. И King Slime. Блин, не получилось. Кстати, тут есть золотой маленький слайм. Сейчас я покажу его. Да не, феномен. Там есть еще... Там еще можно как-то считать, но... Он считает лишь вероятность какую-то, насколько я помню. Так, я помню, что здесь был где-то здесь слайм. Нет, не здесь. Мне надо ниже спуститься. Сейчас мы зайдем
в гримерную. Авось кого-нибудь застукаем, и мы там находим. Та-та-та-та! Золотой слайм. Музыка клёвая, да. Касино. И феномен специально для тебя. Сейчас покажу того самого знаменитого. Вот он. Ловите его. Во. Они из этой игры, да. Ладно. На этом сегодня все. Вот. Кажется, злыми, да не. Пойду-ка я поесть что-нибудь приготовлю. Вопрос в следующем. Заводить ли на Good Game мужиков минут через 20-30? А, ну все, Джамай подал сигнал. Окей. В общем, минут через 20-30 как раз еду приготовлю, и норм все будет. О, спасибо тем, кто был, кто смотрел. Да, и на этом все. Всем пока.